прорвало трубу, знайшли відчинений люк або помітили аварійне дерево. Тепер повідомити про це комунальників можна у месенджері. У Дніпрі запрацював чат-бот контакт-центру. Цю функцію запустили у Вайбері та Телеграмі. Туди можна написати проблему, вказати адресу та прикріпити фото. На місце виїде бригада. Существовало там два вида обращений граждан. Это горячая линия мэра. И следующий этап это был оставление заявок на сайте. Сегодня мы презентуем чат-бот в Вайбере и в Телеграме в тестовом режиме. Позволит и нам мониторить ту обстановку, которая в городе. Ну и жителям гораздо быстрее и проще будет коммуницировать между ними и городской властью.